Я не знаю, как я это буду проходить сейчас. Вообще без понятия. У меня третья машина, но не четвертая. А у него уже четвертая. Мне нужно, чтобы новую тачку купить, 110к. А тут за одну гонку 10 тысяч дают за победу. За победу! То есть мне нужно 4 гонки выиграть. И тогда только я смогу купить машину. Ой, блин. Ладно. Будем пробовать. Ну, поехали. Вы куда их, пацаны? Не-не-не, взрываться не надо, подожди. Доходи, не надо! Блин, да ну такое. Да пошел нахер, слышь, отойди. Опа! Воу-воу-воу-воу-воу! На тебе мину. Пожуй говна! Привет, Фену. Да едь ты прямо-то, ёпты. Куда-то не едешь нихера прямо. Давай, щу! Давай, тихо, это вам. Это вам. Прям! Едь давай. Едь, сика, давай. Не-не-не-не-не, пацаны, пацаны, не догоняем, не надо. Ай, тихо, это не мое. Кто это оставил здесь? Бля, приветик нахуй. Да ёпты. Тихо, тихо, нет, не-не-не, это вам. Да ну поворачивай, да что ж такое-то, ёпты. Сожди музоном. Ну не сегодня. Но можно будет пройти. Или даже нужно будет. Там 10к есть. Все. Я бы кайфанул. Я бы тоже. Я даже чутка смотри. Слышь, даже денежку подобрал чуть. Ну ладно. Давай. Уровень 2. Begin. И куда это мы? Это вам. Ты че писька? Ах ты писька. Отошел. Не нравится мне ситуация. Так, а чё, я второй? Nobody's gonna make my zone! Давай, 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 давай. Да что ж я, блядь, всё время сюда отсюда. А, здесь шорткат, что ли? А, ну давай тогда шорткат. Чё, хуй нет-то? Это вам. Сможете объехать, молодцы. Срезаем хули. Нихера, это как-то я задолжил так. Что это, Last Lap или что? Да нет!
Не надо. Развернись. Развернись, говорю. Я не уверен, что здесь они юзали права. Прям. Просто это, ну, это кавер. Вот в новой версии, там, ну, там оригинальные песни. Просто тогда это был интерплей еще, в те времена. Я так понимаю. Они еще не были Близзардами. Эча! Ого, денег у них. Могут себе позволить. Это всего лишь Металлика, да? Подумаешь. Как я не попал сейчас? I'm losing. Кто там, блять, подошел нахуй получил? Так, лево-право-лево. Лево-право-лево. Найс. Хорош поворот был. Вот вам. Не-не-не! Лево, право, лево. Да я что-то вообще потерялся на секунду. Я еду вперед, назад. Ну, блин. Какая разница? Одну, две. Сам факт того, что они там появились. Ну, как бы... Ко всему привыкаешь. Это моя любимая песня, наверное, здесь. Keep running. Running on a highway. Looking for some vengeance. А ты, может, поедешь, алё? Да что происходит-то? Нет, эту гонку я проиграл. Баям, ёпта. Вот это попадание было. Ну, может, еще не все потеряно, кто его знает. Вот сейчас вот этого пацана раздавлю нахуй. Нормально. Последний круг. Не стреляй, пожалуйста. Я тебя молю, не стреляй. Не смей. Это вам. Найс. Ну все, теперь будет у нас тачка новая. Правда, не знаю, насколько она хороша.
Я не уверен, что она будет мощнее. Потому что на текущий у меня прокачан мотор на максимум. Да. Сколько мотор стоит? На всякий случай. 40к. Не уверен я, что успею я купить его на этой планете. Вот она из трудного ребенка. Тачка, пацаны, тачка. Погнали. Ебать, она поворачивает. Обожаю эту тачку. Охереть, повороты у нее. Как они меня не могли догнать? На такой тачке. Да я езжу как профи, ты чё? Вот только сказал, и сразу въебался. Уи! Да это до хрена еще музы. Там была тоже эта песня? Серьезно? Я так давно смотрел «Поход трудный ребенок». Это первый? Я просто второй помню, более-менее. Хотя в первом там тоже музон был нормальный. Там... It's my party, I'm not crying the mantra. Когда он днюху-то испортил. Нормальный этот. Музон там был. Если ЧГ скажет, что он едет не очень, он будет ехать лучше? Да. Это работает в обратную сторону. Я не умею в гонки играть. Я упал! Хорошее начало. Я тебе говорил, я не умею в гонки играть. Оправдания мне нет. Усика догоню. На-ка. Отсика. Дай-ка, блядь, догоню тебя. Да вы чё там, слышь? На. Да сика. Невозможные какие-то. Опа! Так тебе и надо, блять. А это вот тебе еще на дорожку. Ты еще дрянь. Ба! Стой! Опа, мое. Эгли? А это вам. Вуу!
ракет полетел красиво. Капитан Бостонца пропускает, конечно же. Ну, в натуре. Нормально. Действительно, была там эта песня. Там что-то прям это, да? Музон-то такой. Недешевый, скажем так. Ну еще какую песню нужно было в переиздание впихнуть? Новому мистер Найс Гай, вот эту. А что там в конце было? Что конкретно я должен глянуть? Как он врезался? Как он врезался в эту стеклянную эту хуйню? Да я помню, это помню. Я музыку не помню. Что там примерно происходило, я помню. Как вы это делаете? Идите в жопу, слышь? Ну ладно, мне лучше. Ряды ваши поредеют, козюль. Оп, оп, оп. Это вам прошу. Кто поставил здесь лужу? Опа! Не туда. Валим. Найс. Ну, вроде бы здесь главное на этой трассе, что-то он все время третье место занимает. It's my body and I cry for you, cry for you. If you happen to me. Сколько теперь надо? 70. Нет. Это уже, наверное, не хватит. Да ладно. Нам вообще 3 трассы ехать. Или 4. Let the carnage begin! Rain is about to blow! Rain fades into laugh! Да кто? Мать твою, сука. Я решил небольшой объезд сделать. Я смотрю, тут какой-то шорткат есть, надо бы его воспользоваться. Да? На следующем повороте он будет. Вот здесь. Ну, неплохо. Частично оторвались даже. Да, что-то я не повернул, ладно, хуй с ним.
Воу-воу-воу! Есть, пожалуйста. Да ёпте! Это Юрий. Налево, 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 оп! Это Марчелло? Я бит-стоп заехал. Да. Я такой. Скучно что-то было, решил. Дай-ка себе. Теперь знакомая трасса. Оу, кто поставил здесь эту мину? Скоты, блядь. Так. Лево-право-лево. Да сика, там мина была. Короче, мистер Nice Guy нужна была песня здесь. И этот какой. Ой, блядь. Ну, нам всем писец. Как-то другая песня будет. Wild One, по-моему, или как так называется. Хотя нет, ее можно не списывать. Я не помню, как снимать. Чиденса 1, может? Может, я его удалил? Кто знает. Без памяти. Что можно? Две трассы. Мне нравится, как это вывеска чуть-чуть торчит. Викинги. Вот, сука. Мне б хилку, мне б хилку, мне б хилку, мне б хилку. Что, так уж случилось, что они же делали Lost Vikings. Не работает. Да и вкусно. Нет! 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 Это вам. Snake is dominate the race. Вот что он говорит. Доминирует в гонке. Чем там говорит? Ты из зада появись, блядь. Чё несёт? Интересная форма трассы. Ну, это эти. Но это не дик, ты не подумай. Это, знаешь, это как... Головоломки такие есть. Где, короче, одно, из одного кольца нужно другие два кольца вытащить. Чё это такое? Сейчас игру закончим, посмотрим. 42к.
Давай, катись колбаской. На-ка, сука. А это тебе еще раз. Чё-то меня это... Повернуть или смотри. Нахуй. Нахуй пошли. Оп, моё. Валим. Валим, валим, срочно валим. Это вам. Не надо, не надо, не надо. Все, до свидания. Оба. Ничего, игра. Там реально постер Lost Vikings. Неудивительно, что в новую версию Олафа запихнули. Я вообще удивлен, что не всех запихнули, а только Олафа одного. Это странно. О, ну-ка. Какая-то кола. Викинг кола, да. Это Кириллиус. Слушай, я что-то вчера это... У тебя час реквеста есть, ты чего, если хочешь, это скажи. Я тебе записал в таблицу. Кто-то подписался, я даже это, что-то, короче, забыл, что подписался. Так. Можно... Ну, Clear Throne часик. Зачем? Я один хуй не пройду. Ты же знаешь. Что происходит? Я нажал или не нажал? Чё? В смысле ноль? Чё произошло-то? Чё, блядь, происходит в этой игре, не пойму. Я чё-то не то нажал или что? Я вроде должен был на другую планету перелететь. Нет? Че за бред? У меня просто деньги забрали сейчас и все. Ну, очки. Че, блядь? Че за бред? Да, Роскомнадзор наш. Да никакой аварии, блядь, нету. Они, короче, твиттер заблокировали. Вот тебе, блядь, все аварии, нахуй. Да это мне же хватало. Чё произошло-то? Ты еще удивляешься тому, что после того, как Роскомнадзор что-нибудь заблокирует, все дальше нормально работает, что ли? Они вечно что-нибудь заблокируют, и все, блядь. Неделю потом ни хера не работает нормально. У меня сегодня тупо интернет не включался. Тупо вот не включался интернет. Wi-Fi. Я хз, что случилось. Минут 30 Wi-Fi не было тупо. Я не знаю, что происходит. Зачем мне проходить это еще раз? Почему я не перелетел на другую планету? Почему мне содрали все очки? Нихера не знаю. Привет, Архимон. Архимон! Я твое видео чуть попозже гляну. На стриме, я думаю. Что-то мне кажется, надо это глянуть.
Кто-нибудь видел детское порно в Твиттере? Кто-нибудь вообще сидит в Твиттере? Ауэу. Да я увидел уже. Сейчас, чуть попозже. Что там какая-то годнота интересная. The stage is set. The green flag drops. Shred to the back of blue. Rage fades into laughter. Boom, ёпта. Rest is dominating the race. Dominate the race. Ho! Snake jams into first. Ho-ho-ho-ho! Это было красиво. Это вам. Ти-ти-ти-ти-ри-пы-ри-пу! Давай срежем. Говорит, тут какая-то короткая дорога. И кто-то что-то никто не пользуется, кроме меня. Так, ну давай не спойлери, слышь. Я ж говорю, сейчас посмотрю. Опа! Snake scores a first place knockout. Rip finishes second. Rage takes a weak third. Shred. Пожалуйста, не рассказывайте. Трейлер кинули в Твиттер. В Твиттер, блять. В Дискорд кинули трейлер. Я еще не смотрел. Сейчас я игру закончу. Мы посмотрим все вместе. Можно? Чего такие неугомонные-то, блять? Ну. Не травите мне душу, блядь. Я тоже хочу посмотреть. Это панмит. Ага, сейчас, блядь, ага. Опа! Так возьми, это все, спасибо. Да куда ты, блять, летишь-то, ёб твою мать? Да конечно. Сука. Ты чё, дрянь, блять? Да ты чё, как ты увернулся-то, блять, от всего? Иди нахуй. От всего вернулся, ты посмотри на него. Окей. Инсайдер Боссман. Архимон инсайдер Боссмана. Это ты ему там нашептываешь по ночам? Килсон в PS Plus. Он такой... В мокром поту просто. Печатать новости. Гелзон. Килзон в Steam. Бля, это было так классно. А Килзон соневский чисто. Я имею в виду. Кто его делал? Конечно, он только на Sony выходил. Да.
его могла не только Sony делать. Типа как с этим было. С Infamous. Бля, Infamous на пеку был бы охуенно. Да еб твою мать. Ааа! Какой-нибудь Second Sun. Или First Light. Gorilla Games. Gorilla Games, подожди. Это который Horizon делали? Хм. То есть есть шанс, что Killzone может быть на пеку? Хм. Ну, в принципе, а чё бы нет. Я не понимаю, все еще кто... Вот этих вот людей, которые, ну... Эксклюзивы. Ну, как бы они есть, да, я понимаю. Ну, что значит фанаты? Мне лучше играть там, где доступно. Если у меня есть PS4, пусть на PS4 будет. Если есть на пеку, пускай будет на пеку. Доступность главное, чтобы была. Поэтому давайте мне, пожалуйста, вот этот ваш, вот этот, как его там, Demon's Souls, вот этот вот ремейк. На пеку, пожалуйста, можно? Чтоб я не хотел покупать себе его за 5к. И еще PlayStation 5 хотел покупать. Грустно как. The carnage begins. Oh, блять, охуенно было. Хоба, это тебе. Как вы, блять, умудрились подохнуть оба, блять? Вы чё? Эй, сиреневенький, а ну-ка погоди. Это как так-то, ёпта? Эй! Ну чё, уважаемые? Бум! Дани Чонтомат! Дани Чонтомат! Не томат! Не томат! Это модул. Данч помидорка. Кетчуп он, ага. Я не уверен, что нужен Rock'n'Roll Racing 2. Light them up.
Я не знаю. Камы были мелкими, это было клево. Вот в эту игру играть. А сейчас что? Ну сейчас уже хуй удивишь. Ну есть он типа ремейк. Его даже в Steam какое-то время продавали. А потом Blizzard про него узнали и нахуй накрыли контору все. Теперь его, короче, это бесплатно раздают. Можно скачать на сайте у разрабов. Как он назывался? Мотор Рейсинг? Что-то с мотором, не помню что. Что-то было с мотором. Моторок? Ты даже что, купить его успел, серьезно? Да я говорю, ее скачать бесплатно можно. Можно не покупать. Хотя, знаю тебя, Кириллюс, ты там захочешь ачивки делать. Дому дороги! Дому дороги! Райс. Спасибо за хвост. Здрасте, рейдеры. Я тут это... Rock'n'Roll Racing. Let the carnage begin. Да. Давай. Let the carnage begin! Райс видит будущее. Как твой стрим? Там вроде Брифейдж играл. А чё, он уже до конца вышел? Просто я помню, он что-то там незаконченный был. Я просто помню, там это... Там Боссман пишет, типа, периодически в игре. Моя очень красивая девушка. Прилетай ко мне на станции, любить тебя очень сильно буду. Цианид улучшать пищеварений. Твоя есть цианид? Моя читать тебе сказка на ночь. Нельзя постигнуть путь гурмана, если только гоняйся за лягушка. Еще. Козёл, нихуя умеет стрелять, сволочь. Короче, делайте этот новый Rock'n'Roll Racing. Используйте любую песню сверхъестественную, мне все равно. Какую? Любую просто берите все. И нормально будет. Макс Вукс. Mm-hmm.
И чё? Отпусти меня. Достаточно.